В эфире программа «Крипто», в студии Екатерина Шергова. Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о легендарной подземной крепости, построенной немцами в 30-е годы и получившей название «Логово дождевого червя». О ней по сей день ходит множество мифов. Какие функции выполняла система подземных туннелей и что находится в замурованных отсеках неисследованных лабиринтов? Этот укрепленный подземный город находится посреди непроходимых лесов и болот на северо-западе Польши. Полсотни бронированных железнобетонных объектов, десятки километров подземных туннелей, система дамб, разводных мостов, запрут и водных каналов, растянувшихся на более чем 80 километров. Это одна из самых интересных систем укреплений в Европе, которая по сей день удивляет своим размахом с использованием новаторских, как на тот период времени, технических решений, воплощенных лучшими немецкими инженерами. Она до сих пор не полностью исследована. Очевидцы, побывавшие там, рассказывают о заминированных участках, о подстерегающих на каждом шагу ловушках, о людях, бесследно пропавших в бесконечных туннелях. Утверждают, что подземные туннели логова червя ведут прямо в берлинское метро. По разным версиям, там находились подземные заводы, казармы, склады военной техники. По этим туннелям перевозили ядерное оружие, по ним в конце войны скрылась целая дивизия «Мертвая голова». В студии программы «Крипто» человек, побывавший в логове дождевого червя, писатель Николай Черкашин. Николай Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Когда впервые, вообще при каких обстоятельствах стало известно о существовании вот этого подземного города или подземной крепости? Ну, нашим войскам, например, это стало известно сразу же в 45-м году, как только они столкнулись с этим так называемым «уствалом», лагерем дождевого червя, этой крепостью подземной. А дальше уже, по мере того, как люди вживались в этот район, стали открываться целые участки, целые фрагменты, целые районы вот этой мощной, уникальной, наверное, едва ли не самой крупной в Европе фортификационной системы. Ну, то есть, по большому счету, сравнить ее ни с чем нельзя из того, что есть в Европе. Ну, если только с Великой Китайской стеной, которая не в Европе, но тем не менее, это действительно очень похоже на Великую Германскую стену, которую не возвели на поверхности земли, а упрятали под землю. Ну, то есть я имею в виду в данном случае с Ленинградом и женой, ее никак нельзя сравнивать? Думаю, что по своей уникальности и инженерной сложности она намного сложнее, чем линия Мажино, хотя бы потому, что мы имеем дело с огромным подземным туннелем и городом, который тянется от Штеттина тогдашнего, ныне Щецина, до чешской границы. Это сотни километров. А вот смотрите, я где-то встречала, что этот подземный город начали строить еще в конце 20-х годов. Но при этом в основном во всех материалах, во всех статьях встречается упоминание, что строилась эта подземная крепость под личным кураторством Гиммлера, то есть уже, соответственно, во второй половине 30-х годов, получается. Ну, начинали ее строить действительно, разрабатывали проект в середине 20-х годов, это 26-27 год, именно там, на Востоке. Почему на Востоке? Да потому что по Версальскому договору немцы не имели права сооружать никаких оборонительных сооружений на Западе. А для будущих стратегов, будущих войн, важно было движение на восток, движение в сторону Польши и России. Поэтому движение за движением, но нужно было прикрыть и Берлин, который стал после возникновения польского государства очень близко к границе. И вот эта система мощная, оборонительная, она как бы прикрывала в первую очередь Берлин от внезапного прорыва. И не просто прикрывала, она же еще служила и мощной такой транспортной системой для скрытной переброски войск. Можно было целую дивизию под землей перебросить на этих мини-поездах с севера на юг, совершенно незаметно для противника. Это тоже имело огромное преимущество. И последнее очень важное обстоятельство то, что уже тогда, в 20-е годы, вся эта подземная система, она мыслилась как абсолютно герметичная, и которая будет действовать в условиях химической войны. Вот это очень важно, потому что тогда очень активно разрабатывали химическое оружие, и очень было важно найти вот такой вот безопасный способ, то есть это было еще и убежище, мощное укрытие для
целых, не для одной дивизии. Ну, то есть получается, что строить ее начали в конце 20-х годов, потом на какое-то время консервировали строительство, да, я так понимаю. Да, потому что Германия стала переживать всякие сложные внутриполитические моменты. Гитлер рвался к власти, и все это отложили. Когда он пришел к власти, то в 1935 году возобновили строительные работы. Строила известная германская фирма «Борецкий и Цимик». Многие, есть такое мнение, что там строили вот заключенные, потом их там всех уничтожали, сжигали, даже целые подземные крематории. Это не так. Строили высокопрофессиональные строители, причем имевшие опыт подобного рода сооружений. Вот, строили под легендой, под прикрытием того, что здесь, в этих местах, возводятся новые корпуса химической фабрики IG Farbindustrie. И под этим предлогом переселяли людей из опасного, как бы, химического района подальше, подальше от этого строительства. И им удалось, в общем-то, соблюсти вот такую секретность. Мало кто знал, что на самом деле там строится. То есть строили, получается, с разных сторон. Это были разрушены. То есть, условно говоря, строительная бригада А не понимала, да, чем занимается строительная бригада Б? Да. Им давался определенный участок, им нужно было там проложить подземные коммуникации. Делалось это таким образом. Вырывалась огромная шахта, где-то диаметров 5,5 метров. И внутри шахты бетонные, ну, как вот колодцы делают, вот такие обсадочные кольца, она уходит. А потом в этих кольцах уже были проделаны, как бы, отверстия боковые, для боковых туннелей. И когда обсада эта вся садилась на грунт окончательно, там пробивали и уже уходили в разные стороны, штреки такие, боковые проходы. А потом их соединили, и возникла вот такая уникальная система. Уникальность ее еще и в том, что там же нужно места болотистые, и нужна была очень сильная, надежная система гидроизоляции. И вот что удивительно, даже сегодня, когда там идешь по этим подземным туннелям, сухо. Хотя понимаешь, что над тобой, над головой, там может быть болото, озеро, там река течет. Район очень болотистый. И вот то, что они сумели создать еще и надежные, мощные системы гидроизоляции и вентиляции, потому что там, там нет затхлого воздуха. Там до сих пор вот гуляет свежий воздух, что высоко ценили летучие мыши, которые там поселились огромными сообществами. Сегодня это один, пожалуй, крупнейший в мире заповедник летучих мышей. Это просто для них такое счастье. Райское место. Да, райское место для летучих мышей. Ну, вообще, судя по вашим рассказам, по тому, как это строили, это все стоило огромных денег. Да, безусловно. Вот 1 километр подобного туннеля, путевого туннеля, обходился в 1 миллион рейхсмарок. Это гигантская сумма по тем временам. Строительство этого района, оно, значит, шло очень, скажем так, довольно быстрыми темпами. И в 1938 году Гитлер посетил этот укрепрайон, значит, с инспекционной поездки, значит, посмотреть. И тут-то вот как раз и выяснилась одна очень большая с этим районом проблема. А дело было в том, что при планировании этого укрепрайона, несмотря на вот такую большую сеть подземных сооружений и, так сказать, там многокилометровые подземные ходы и бетонные укрепления, в плане было заложено строительство только бункеров, дотов, фортов, ну, так называемый форт. То есть это форт, это бетонированное сооружение, которое имеет несколько артиллерийских пулеметных башенок. Было заложено только укрепление группы «Б». То есть это те укрепления, которые выдерживают попадание, скажем так, ну, там, 550-миллиметрового снаряда, то есть они довольно крепкие, но они не имеют тяжелого вооружения. То есть все их тяжелое вооружение – это максимум миномет. То есть дело было в том, что когда в случае, если противник атаковал Мезеритский укрепрайон, получалось так, что у него не было необходимости, в принципе, даже его и атаковать. То есть он мог подавить все точки противника огнем своей тяжелой артиллерии. И, соответственно, бронетанковые части, наступавшие на этом направлении, также не могли подвергаться обстрелу, потому что в укрепрайоне не были заложены противотанковые точки.
Вот тогда Гитлер устроил скандал, потому что были потрачены огромные совершенно средства, врыты, вот закопаны, буквально в смысле закопаны в землю, и потребовал, чтобы в этом укрепрайоне прежде всего строились форты уровня А, то есть в том числе вооруженные противотанковыми орудиями и тяжелыми пушками. Но, и значит, строительство началось этих фортов А, но они остались исключительно на уровне вот, фундамента, то есть предварительных работ. Ни один форт уровня А в Миздрельском укрепрайоне построен не был. Откуда тогда брали такие безумные деньги? Ну, вот это очень интересный вопрос. Откуда их брали? Конечно же, из казны. Часть оплачивал налогоплательщик. Строили за счет военного ведомства, значит, часть военного бюджета тоже уходила на это. Ну, я думаю, что не очень-то переплачивали рабочим. Рабочая дешевая сила в Германии в то время очень дешева была, поэтому... Вот смотрите, известны случаи в истории, да, когда то или иное историческое событие или историческое место, о котором не существует точных сведений, что, ну, условно говоря, не сохранились планы, да, свидетели подобного строительства уже умерли там, и так далее, доказать, что это все было, можно с помощью вот той самой бухгалтерии. Вот планов ведь этого подземного города не существует. Нет, почему они существуют? Mm. Они есть, они хранятся и в немецких архивах, и частично они воссозданы поляками и нашими. Вот я даже принес такой план, где очень четко показана система расположений. Вот видите. Но он составлен частично, я так он понимаю. Частично, полного, абсолютно. Вот, я об этом и говорю, да. Ну, наверняка он и есть. Этот план, о котором вы говорите, он составлен, условно говоря, по тому, что там нашим военным, которые обследовали туннели, удалось пройти. То есть они рисовали по памяти или по тому, как нет, ходили. Нет, я думаю, были найдены и документы какие-то, потому что здесь же располагался и завод по производству авиационных моторов, и у немцев на сооружение только одного такого бункера, одного такого форта или панцербатареи, как и называли немцы, уходил, ну, примерно вагон секретных документов, засекреченных. Это же всевозможные технологические чертежи, монтажные, проектные, какие угодно. Все это уничтожить было невозможно сразу в один раз. И наверняка это все рассеяно, это есть наверняка и в наших архивах что-то досталось. В немецких это точно и в польских безусловно. Забегая вперед, я не могу просто не спросить о том, что ведь по большому счету получается, что тогда это такая серьезная, кропотливая работа с архивами, чтобы восстановить полностью вот эту вот самую всю картину, полностью план этого логова дождевого червя, после чего уже понять его предназначение, потому что, в общем, использовать его исключительно как заповедник для летучих мышей, это довольно-таки странно, согласитесь. Ну, как минимум, нерационально. Ну, конечно. Но дело в том, что поляки пытались несколько раз использовать это сооружение в качестве противоатомного убежища. Для местных жителей это было бы великолепное убежище, уже готовое. Тем более, там вентиляционные системы, герметизация полная. И когда наши войска ввели в Афганистан в 79-м году, возникла такая серьезная международная обстановка, вот тогда взялись дооборудовать вот эти подземные сооружения. Сказать, что там ну, имеет какой-то промышленный, транспортный характер, ну, я не думаю, чтобы поляки могли использовать это как готовое метро. А вот опять же, да, что мешает? Потому что об этом подземном городе ходят легенды, что там существует просто дорога, которая практически напрямую ведет в Берлин. Да. Это же решение серьезных европейских транспортных задач, на секундочку, если смотреть с высоты сегодняшнего дня.
Дорога есть, во всяком случае, до Франкфурта точно эта дорога есть. Тоже неплохо. Тоже неплохо, но наземные системы намного дешевле обойдутся. В смысле эксплуатации? Эксплуатации, чем эти подземные. Ну, нет такой необходимости. На случай войны все было приготовлено. Сегодня Франкфурт и Варшава связаны множеством автострад, дорог, железных, каких угодно. Нет такой надобности. Но, тем не менее, вот это вот заброшенное сооружение приносит доход. Очень серьезный доход, потому что его превратили... И за счет летучих мышей, за счет туризма, прежде всего. Это один из массовых таких объектов посещаемых. Вот поляки 12 километров восстановили в районе города Мензежеч. И... замечательно используют вот этот вот отрезок. Туда спускаются тургруппы вместе с экскурсоводом, с гидом, который знает дорогу. Их ведут, их выводят через туннели на главную магистраль, показывают подземные вокзалы. Они выходят потом вот с такими круглыми глазами, потому что все это настолько потрясает. Вот сверху вроде бы вот подходишь холмик, на холмике два бронекупола таких полуприкрытых и вход в бетонном массиве, мощная такая дверь. Вот. А когда попадаешь внутрь, и ты опускаешься сначала на один какой-то этаж лабиринтный, с лабиринтным расположением непонятных тебе комнат, потом на второй этаж, на третий, это все вдруг, а потом еще по шахте огромной, по винтовой лестнице спускаешься в гигантский холл, где расположены всевозможные вот такие вот склады, укрытия, двухэтажные казармы, а потом от них уходишь еще вот по отдельной дороге, выпадаешь на узкоколейную железную дорогу с вокзалом. Это только одна бронебатарея. Вот так вот устроено. А их там 14 бронебатарей вот таких. Uh-huh. 14, и каждый из них — это подземный город со своим теплоснабжением, со своей электростанцией, со своим колодцем артезианским подземным. Вот. А мыслилось таким образом вот эта вся оборона. Вот каждый такой пункт, каждый такой форт, который... выходил на поверхность в виде небольшого холма с двумя бронекуполами, он оборонялся изнутри вот, чуть ли не до батальона там, пехоты. В нужный момент они могли выбрасывать десанты, выходить на поверхность, потом скрываться. Вот мощных орудий, как это было на линии Зигфрида, линии Мажино, там не было. Была придумана очень хитрая такая остроумная система самозащиты. Значит, вот самое опасное для дотов такого типа — это когда саперы специальной команды подбираются и закладывают взрывчатку со стороны мертвой зоны, непростреливаемой. Чтобы этого не допустить, там были поставлены таких два огнемета, которые давали купол горящего вещества, и вот такой огненный зонтик сразу же закрывал этот дот. И два автоматических гранатомета, которые разбрасывали гранаты в радиусе там нескольких километров. То есть подступиться к нему было невозможно. Было все очень продумано. Вот с немецкой такой вот практичностью, рациональностью, педантичностью. Все было рассчитано. Да, замечательная система. Теоретически она действовала великолепно. А практически вот получился вот такой вот хлопок в воздух, пустой. А почему? Почему получается, что, продумав все до мельчайших деталей, и получается, немцы во время войны не пользовались им? Нет, конечно. Пользовались в качестве крупных подземных складов. Раз, частично перевели туда завод по производству авиационных моторов для Юнкерса. Прекрасное убежище, и места для этого были. А вот как военно-транспортной системы для скрытной переброски войск у них уже не хватило на это времени, потому что та дивизия СС «Мертвая голова», которая должна была оборонять и которая должна была использовать эту систему, она находилась в это время в Венгрии и уже не могла до нее добраться. Более того, когда наши войска уже подступили туда вплотную, выяснилось, что не было ни одного немецкого офицера, который был бы специально вот обучен для работы в таком подземелье, который бы знал систему там выходов-входов и вообще тактику вот такого подземного боя. Отдельные случайные подразделения оказывались в районе этих
бронебатарей, они же туда и уходили, они же пытались скрытно уйти, там уже речь об обороне не шла. Поэтому наши войска буквально за три дня как-то так вот прокатились по ней и даже толком не поняли, что это на самом деле было. Вот и пошли дальше. Ну, то есть получается, что, несмотря на весь этот немецкий педантизм и рационализм, то есть фактически вот это самое логово дождевого червя не было готово в полном объеме к началу войны. Ну, оно было готово. Правда, не в полном, но даже в том объеме, в котором оно было готово, оно вполне могло выполнять. Ну, вот то есть, условно задачи. Говоря, необученные офицеры. Это говорит о том, что обученные уже были куда-то переброшены, конечно, на Восточный конечно, фронт, потому что ли? Все уже, война шла к концу, тут уже хватали всех подряд и отправляли. То есть, все-таки во время войны его только уже запускали. Не то, что по-настоящему, да. Потому что, когда немецкие войска очень бодрым маршем двинулись в 1941 году на восток, про него забыли, оно уже не нужно было. Никто не думал, что вдруг русские вернутся и окажутся у стен Берлина. Все, законсервировали, бросили. Правда, хорошо законсервировали. И только в 44-м году там снова возобновили работу. Угу. С 44-го года лагерь дождевого червя ожил. На самом деле, тот самый комплекс подземный, который сейчас носит название «Лагерь дождевого червя», как раз этим лагерем дождевого червя, естественно, не являлся. Это был Мезеритский укрепрайон Восточного вала. То есть один из важных ключевых узлов большой линии фортификационных сооружений на восточной границе Германии, которая стояла из Восточного вала, и выше севернее шел Померанский вал. И вот один из этих узлов, один из самых главных узлов, это вот Мезеритский укрепрайон. Свое название он получил, лагерь дождевого червя, по названию действительно военного учебного лагеря, который находился несколько севернее этого района. И там действительно готовились войсковые части для отправки на фронт. И во время войны, но не в 44-м году, а ранее, в 43-м-42-м, там проходила и подготовку также отдельные части СС, то есть дивизия Фландрия, фландерские соединения, вот там они проходили подготовку. А вот сам Мезеритский укрепрайон, он изначально планировал его построить еще в времена Веймарской республики, то есть там в середине 20-х годов. Но с этим у них не получилось, у немцев ничего, потому что о планах строительства и подготовительных работах, которые там начались, стало известно с странам Антанты, то есть странам-победительницам. А по условиям Версальского мира, в общем, ограничения на Германию на военную, с военной точки зрения накладываются очень серьезные, и там дальше подготовительных работ дело, в общем, не дошло. Этот участок, где Мезеритский вот этот укрепрайон находился, он на самом деле очень удобен для, предположим, польских войск, ну, если бы они будет так, начали бы наступление на Германию, он находится на самом, скажем так, коротком направлении на Берлин, то есть это вот Варшава-Берлин направление, и для удара по Германии это один из наиболее, так сказать, ну, оптимальных вариантов для прорыва. И именно поэтому как раз это место и было выбрано для строительства укрепрайона. А уже после прихода нацистов к власти в 1934 году Гитлер, значит, осмотрел то, что там было сделано. Там были проведены определенные фортификационные мероприятия. То есть там же весь этот укрепрайон, это не только система подземных ходов, не только система бетонных бункеров и бетонных башен. Это еще и оборудованная территория. То есть вся площадь вот этого Мезеритского укрепрайона, это примерно 20 километров на 5, то есть это довольно значительный кусок местности. А вот вся протяженность Восточного вала, это порядка 120 километров, то есть 20 километров, то есть это большая, 120 километров. Вот, это, то есть тут была оборудована еще и сама территория, то есть построены плотины, построены разводные мосты, созданы не только, естественно, бункеры, созданы вот там десятки километров зубов дракона построены, это бетонные надолбы, противотанковые бетонные надолбы. Вот, и Гитлер, значит, отдал приказ, что да, будем продолжать строительство. Кто дал такое название? Я думаю, что это дали сами немецкие строители, саперы, инженерные. Тут тоже множество всяких вот по этому поводу есть. Я раньше тоже думал, что это, наверное, так вот все так изрыто, как роют дождевые черви свои норы, поэтому взяли вот и дали такое название.
Вот. А там река течет, которая называется вот, дождевой червь Регенвурм. И поскольку в районе этой реки шло строительство, они его назвали лагерь, даже не подземный лагерь, а имелось в виду вот, участок, лагерь строительный. Uh-huh. Вот. Но, тем не менее, получилось довольно зловеще и даже поэтически как-то это звучит. Там есть еще одно замечательное название. Никершляев, петля летучей мыши. То есть вот там тоже делают вот эту железную дорогу, такую петлю подземную, вот ее назвали петлей летучей мыши. Место, на самом деле, конечно, зловещее, мрачное. Ну, наверное, вот каждое заброшенное сооружение, будь это старый пивной завод или замок, или вот какая-то военная крепость, вот, они обрастают мгновенно какими-то мифами, легендами, догадками, домыслами. Тут тоже, наверное, все в порядке. Здесь можно было выпустить целую книгу по мифам и легендам вот этого зловещего места. Ну, а самые распространенные? Ну, одна из распространенных... Главная, вот скажем так, ошибка, главная сказка, связанная с логовом дождевого червя. Ну, говорили, что вплоть до 60-х годов местные деревни питались электричеством, непонятно откуда шел кабель из земли, они подсоединялись, и, значит, у них там горели лампочки, крутились там электромельницы и так далее. Вот. Это было связано с тем, что вроде бы как там под землей была своя гидроэлектростанция, то есть вот такая труба, по которой сбрасывался поток воды, там турбина вращалась, и брошенная эта электростанция сама собой давала вот такой ток подземный. Uh-huh. Вот. Считалось, что там спрятана янтарная комната и множество всевозможных сокровищ. И это, но это уже не легенда, это подтвердилось. Вот, что, подтвердилось, что там спрятана янтарная комната? Нет, тогда... что там были спрятаны сокровища. Дело в том, что вот в 46-м году при союзной комиссии был создан специальный комитет по поиску этих сокровищ. И вот передо мной документальное свидетельство одного из офицеров этой комиссии, такой Сергей Сидоров, который вот в 55-м году так описывал свой визит вот это мизерицкое подземелье. Это 55-й год уже, не война. Прибыли в Познань, оттуда в Мензыжич. Местные жители сообщили в советскую комендатуру, что специальная часть СС занималась незадолго до прихода Красной Армии завозом и размещением в подземельях каких-то ящиков. Мы проникли в один из бункеров и после тщательных поисков обнаружили глубоко под землей хорошо замаскированную комнату, закрытую со всех сторон монолитными железобетонными плитами. Что увидели? Повсюду валялись разбитые ящики. На мокром полу валялись осколки хрусталя и фарфора, находили множество старинных монет. Когда вскрыли один из больших ящиков, нашли в нем иконы, графику, акварели, резьбу, предметы искусств, которые, как оказалось, гитлеровцы вывезли из музеев Варшавы, Кракова, Познани, Гданьска и дворца в Вильнюсе. Так что, вот видите, что-то подтверждается, не все так... Но с другой стороны, вот эта история получила подтверждение еще в 55-м году. Янтарную комнату искали, и даже вот ее до сих пор не нашли. Что мешает, учитывая, что все-таки не существует подробной карты этого самого логова дождевого червя, или, как его еще называют, лагеря дождевого червя, что мешает, там, я не знаю, с помощью каких-то современных средств все-таки составить эту самую карту и попробовать поискать в тех самых замурованных туннелях, в замурованных помещениях. То есть я понимаю, что не ищут. Дело за малым. Вот за тем малым, который даст деньги на производство таких работ. Потому что это дорогостоящее дело. Во-первых, нужно обеспечить безопасность с точки зрения подрыва на минах. Вот, а, то есть провести саперные работы по разминированию. То есть впереди должны идти саперы, которые... То есть он заминирован все-таки? Скорее всего. То есть это предположение или были какие-то случаи? В любом случае, если это предположение, оно довольно обоснованное, его нужно брать как основную версию. Потому что нельзя посылать людей, не проверив, есть ли там или нет подобные вещи. Во-вторых, какие-то участки уже обветшали. И если опять же верить вот, легендам, что немцы предусмотрели вот, всякие неприятные сюрпризы для тех, кто несанкционированно проникает туда. То есть там вот, есть специальные системы обвала песка,
такие наверху бункеры, которые засыпают людей, проникшие туда по неведению. Там есть колодцы, ловушки с опрокидывающим полом таким и множество других всяких сюрпризов. Вот. Нужна серьезная группа не просто энтузиастов, а инженеров, специалистов в области подземных сооружений, которые бы вместе в контакте с взрывотехниками, с саперами, могли бы вот составить такую экспедицию и пройти. Но десятки самодеятельных экспедиций уже предпринимались. Я, кстати, вот хочу сказать о том, что я сама в интернете читала и видела массу отчетов с фотографиями разного рода любителей из разных стран мира, которые приезжают туда и совершенно несанкционированно. Они находят какое-то место, откуда можно войти, и радостно туда заходят. Ну, это вот такой народный поиск истины, народное ополчение науки. Все вперед, раскроем тайну Мизеринского подземелья. Ну, там же стоят кресты, уже могильные, рядышком специальных ставят в память тех, кто там погиб, потому что люди срываются, там огромные глубочайшие шахты, там темнота, и сыро, можно поскользнуться где угодно. Разбиваются в основном молодые люди, парни, девушки. Вот те самые любители приключений, искатели. Да, за экстрима там вот так вот, погода. Выше крыши. Самое. Да, поэтому за экстримом, вперед, за экстримом туда и устремляются. Но тогда вот все равно получается, что нет ответа на вопрос, почему же польские власти, с одной стороны, сами не занимаются обследованиями, это я понимаю, на это нужны серьезные большие деньги, а с другой стороны, при этом и не следят. В общем, странно, что для поляков все-таки есть вот это то самое свойство надеяться на русское авось. Ну, там, где надо, там следят, в общем-то. Вот, то есть вот эти вот туристические. То, что приведено в состояние такой экспрессионной готовности, и, по сути дела, это валютный насос, который качает валюту, и неплохую валюту. Эти участки работают, за ними следят. А вот то, что брошено в лесах, то, что там сами находят энтузиасты какие-то новые входы и выходы, и в них сами туда лезут и отправляются. Вот это вот, ну, по идее, конечно, нужно найти это все, нанести, поставить предупредительные щиты, заварить входы и так далее. А вот, чтобы не тревожить покой летучих мышей, весной заваривают специальные входы автогеном, специально, чтобы туда не лезли, чтобы не тревожили летучих мышей. Их берегут. Угу. Это уникальный заповедник, таких нигде больше нет. А вы, кстати, когда там были, вы-то санкционированно туда проникали или тоже без? Нет, санкционированно, вместе с гидом, потому что, ну, как-то хотелось оттуда еще и выйти, не только войти. Да. Как давно это было? Это было в 98-м году. С тех пор, я думаю, там мало что изменилось, если только не прибавилось потока туристов. Вот. А вообще, конечно, хотелось бы побывать именно там, где еще не ступала нога туриста с 1945 года. Ну, вам тогда в 98-м году повезло туда сходить или нет? Ну, я знал об этом, я читал, и, в общем, я специально и приехал туда. Нашел коллег, журналистов польских, один из них Кшиштоф Пилявский, он даже там свою срочную службу проходил с солдатом, поэтому многое сам знал. В общем, мы такой небольшой группой отправились туда. А сколько вообще существует выходов на поверхность? Или, опять же, это никому не известно? Вот это, я думаю, никому не известно, потому что были, помимо всего прочего, еще и запасные секретные выходы. Вот у каждого такого бронебатареи есть специальный лаз, и они сохранились, эти выходы. Правда, их завалили камнями, но они есть на случай, если вот надо срочно как-то уходить. А каким образом, известно, он прекратил свое существование вот в 45-м году? Есть возможность, что с помощью вот этого подземного города и вот главным образом этой системы туннелей, которая соединяла, ну пусть не с Берлином, но с Франкфуртом, могли избежать наказания какие-нибудь там, не знаю, нацистские преступники? Есть какие-то вообще свидетельства о том, что происходило с этим подземным городом именно в самом конце войны? Есть только легенда такая, вот, что там, значит, укрылась какая-то часть СС, и они там жили чуть ли не несколько лет, там у них даже женщины были, чуть ли не дети рождались, вот такой вот подземный город, вода у них была, продовольственные склады огромные, и они там укрывались. Но следов этого
подземного жительства пока вот не обнаружено. Хотя не исключено, что какие-то группы, конечно, там укрывались. А что рассказывали местные жители? Кроме того, что они якобы питались электричеством от силового кабеля, который торчал из земли. Местные жители рассказывали, что вот какой-то наш один такой старшина-лихач, который сказал за ящик водки, что он проедет, там есть подземные входы для автомашин, что он проедет этот туннель подземный насквозь на своем мотоцикле и вернется живым и здоровым. Что вот за ящик водки он это сделает. И вот он уехал туда и до сих пор еще не вернулся. Вот такая легенда есть, я думаю, что она тоже не лишена истины. Местные жители рассказывали, что вот в 50-е годы их дети залезали туда, вот в этот подземный город, и приносили домой кто какую-то вазу, там, кто картинку, кто-то еще подушки, там, какие-то предметы для жизни. Вот. А потом люди стали пропадать, все-таки гибнуть, и тогда там уже стали советские войска, там бригада специальной правительственной связи. Солдаты пытались туда тоже девушек водить в закрытые подземелья, вот, прекратили, сразу заварили, завалили, чтобы, не дай бог, никто там не пропал, не исчез. Но при этом, возвращаясь вот как бы к истории про мины ловушки, хочется понять, что если они срабатывали, это возможно было на поверхности услышать? Или вот качество не только гидро, но и звукоизоляция была такая, что ничего не... Нет. Ну, это как в метро. Ну, там глубина 40 метров. Это невозможно было. Даже взрывы и то не услышишь. Вот внизу вот были казармы подземные. Наверху могли там взрываться снаряды, мины, бой. Внизу абсолютная тишина, никто не слышал. То есть не слышно было ни в одну, ни в другую сторону? Да. А как выглядели вот те самые подземные казармы? Это вот помещение, где стояли, там, не знаю, кровати двухэтажные? Да, это комнаты, подземные комнаты с туалетами, с душевыми установками. Все это отделано кафелем. Комнаты для приема пищи. Там же была и кухня, и не одна. Вот на самом нижнем ярусе располагалась фюрерраум, командный пункт, комната командира вот этого района. Каждая бронебатарея – это уже подземный город. И этот подземный город имел железнодорожную связь с другими подобными городами, радиотелефонную, какую угодно. Поэтому тут уже можно говорить о целом архипелаге подземном каком-то. Вот столько... Вот я, опять же, встречала даже и у вас статьи, я читала о том, что подземные туннели, они имели выход в какой-то там особняк и были связаны с каким-то особняком. Также этот особняк упоминается и в рассказах местных жителей. О каком доме и особняке идет речь и что там за связь? Ну, в самом городе Мензыжич есть такой особняк, который вполне мог быть подключен к этой системе. То есть провести туда небольшой подземный ход при тех возможностях технологических, какие были у немцев, не составляло никакого труда. Возможно, это было сделано для того, чтобы комендант этого участка мог также скрытно и незаметно появиться у себя на объекте прямо вот из дома. Потому что, мало ли, машина могла быть подбита, уничтожена и так далее. Я читала о том, что вот поблизости существует озеро, которое называется Кшива, и там якобы есть так называемый плавучий остров, который тоже каким-то образом связан вот с этим подземным городом. Или это все то же самое, там, из разряда легенд и мифов об этом? Я думаю, что это из разряда легенд и мифов, хотя немцы активно включали и озера, и всякие там каналы, шлюзовые системы, системы обороны. Это были военные шлюзы, военные каналы, которые в случае необходимости открывались и затапливали огромный регион для того, чтобы вот целые поля, чтобы пехота их не смогла преодолеть. Вот но это озеро, было предусмотрено. Озеро это является искусственным или оно естественного происхождения? Оно могло быть и искусственным, как водосборник для того, чтобы вот выплеснуть эту воду, когда нужно. Оно может быть и естественным, там масса естественных озер. Но просто речь идет о том, что там какой-то скрытый подземный подводный выход, специальный вход, не думаю. Там хватало достаточно хорошо замаскированных и наземных входов. И...
нет. Это красивая такая зловещая, мрачная легенда, но щекочет нервы, но это только одна из легенд. Якобы, вот частично все-таки в 50-60-е годы энное количество выходов взрывали. Ну, взрывали для того, чтобы никто туда не залезал. Вот, я думаю, только из-за этого. Вот меня насторожило сообщение несколько лет назад, в нашей печати было сообщение, что в районе как раз вот этих вот сооружений в городе Мензыжище были арестованы группы чеченских террористов. Вот что они там делали в этом подземелье? Потому что в этом подземелье можно делать все, что угодно. Испытывать новые системы оружия. Можно строить там тир, полигон, обучать боевиков. И ни один звук не вырвется на поверхность. Ну вот абсолютно правильное, да, логичное замечание. При этом, учитывая угрозу мирового терроризма, получается, что как-то на редкость нерационально, я бы сказала, слишком легкомысленно местные власти относятся вот к этому самому подземному городу. Да. Да, потому что сигналы-то уже были, в общем-то. Угу. Вот. Ну хорошо, если не только об этом говорить, да, я вот просто пытаюсь понять, потому что я понимаю, что дорого, да, но иногда, понятно, безопасность, она дорогого стоит. Ну, за примерами далеко ходить не надо. Вот у нас в Крыму, например, недалеко от Севастополя, есть тоже подземное мощное сооружение, которое строили на случай ядерной войны. Это запасной пункт управления военно-морским флотом. Это 2 5-этажных дома стоят под землей, в горе сделаны. 90% готовность этого сооружения, 90% готовность к 90-му году. Потом все это брошено, и все. И я недавно там был, туда страшно появиться. Там непонятно, какие-то люди уже обживают. Там уже какая-то своя криминальная структура сложилась вокруг этого места. Там можно идеально хранить награбленное, наркотики, оружие, все что угодно. Местные власти туда боятся заглядывать, потому что, опять же, таки нет ни планов. Есть только входы, есть вентиляционные мощные шахты. Но те, кому нужно, они найдут и входы, и выходы, и там обосновались. Я думаю, где-то, наверное, в этом же не может без внимания остаться и вот это уникальное сооружение. Все-таки согласитесь, это, ну пусть не центр, да, но это восток Европы. Ну, это середина Европы. Даже середина, даже скорее. Германия в двух шагах, да. 150 километров до Берлина. То есть, в общем, довольно-таки странная история, что существует под землей в центре Европы совершенно необследованная транспортная артерия, мощная при том. Угу. По которой можно перебрасывать любые грузы, и любые люди могут перебираться. Но я думаю, что вот тот отрезок, который уходит во Франкфурт на Одере, он, конечно, там пограничниками перекрыт и поставлен на решетки, и просто так через подпольскую границу не пролезешь в Германию. Какие-то меры наверняка приняты, но... Ну, а с другой стороны, что делать? Вот такое наследство они получили. Ну что, ставить посты везде, обживать его как-то, подземную полицию вводить, чтобы они там патрулировали, ходили. Это тоже из разряда фантастики такой. Нет, просто если это представляет угрозу, значит, надо тогда, наверное, его ликвидировать. Ну, в данном случае это мое просто личное предположение. Ну, ликвидировать можно очень просто. Взять и затопить все это. Но прежде чем это делать, его надо все-таки до конца обследовать, ну, получается. А вдруг там еще какие-то картины находятся? А вдруг там еще какие-то сокровища, которые... Ну вот это, кстати, эта теория, все-таки лежащая при этом на поверхности. Неужели никто, особенно вот после середины 50-х годов, не занимался кладоискательством в этом подземном городе? Ведь беда в том, что из наших чиновников очень плохие кладоискатели. Вот скажут ему... отыскать, он будет что-то делать, создадут какую-то комиссию, она будет работать. А поскольку таких комиссий не создавалось специальных, как-то вот в свое время в Калининграде при облсовете существовала комиссия по поиску янтарной комнаты. Ну, она тоже такая на полуобщественная, но все-таки при облсовете. Возглавлял ее замечательный такой писатель Юрий Иванов, вот, который сумел добыть массу интересных документов и провести обследование Кёнигсберга, Калининграда, подземное. Вот. А здесь, в Польше... А советское правительство разве не интересовало этот объект хотя бы с точки зрения стратегической, военной?
Безусловно, потому что это готовое противоатомное убежище. И частичные отдельные участки, они были приспособлены и для хранения военных материалов, и для укрытия личного состава. Но в целом всю эту, конечно, неподъемное дело, сотни километров уходящих. Я читала, опять же, что якобы там присутствует и военная техника, которая сохранилась, поскольку вы все-таки живой свидетель, вы туда спускались, вы что-нибудь видели? Ну, военная техника сохранилась только на поверхности, там, где вот бронекупола, в некоторых отсеках стоят гранатометы автоматические, не демонтированные, и огнеметные установки. Но в те же 50-е годы вот такое мародерство было массовое, искатели металла вытаскивали кабельные трассы, выдергивали там медные жилы, снимали эти бронеустановки, даже бронекупола укатывали сдавать металлолом. Потом, правда, их вернули, потому что понимают, что это все-таки еще и памятник военно-исторический, военная фортификация. Это нужно сохранять. Вот удивительно, что то, что не смогли сделать бомбы и снаряды, вот делают руки любителей наживы. Это укрепление строилось против войск, но не против вот мародеров. И им удалось достичь гораздо большего успеха в штурме вот этого подземного лагеря. Ну, как известно, после битвы поле принадлежит мародерам. Да. И вот здесь мародерство связано, вот такое военно-историческое мародерство. Ладно бы все это хранилось где-то у кого там в гаражах, на даче. Но это же просто сдается бездарно, тупо в пункты приема металлолома и переплавляется. Но это... вы говорите сейчас об обыкновенном мародерстве, скорее даже об охотниках за металл. Я же скорее думаю о таких вот кладоискателях-любителях. Что если что-то и было там найдено, то оно, скорее всего, получается, что ушло на Запад, было продано. Вне всякого сомнения, никто бы не стал громко радоваться этим находкам, афишировать их, рассказывать. Это все тут же исчезало, пряталось. И наверняка были такие находки, наверняка были. Кстати, вы знаете, что я встречала, опять же, в разного рода материалах, что именно вас, точнее, вам приписывают, что вы создатель основных мифов и легенд об этом подземном городе. Ну, неправда, нет. Я бы гордился бы, конечно, то есть создать какой-нибудь интересный миф, но все мифы уже были созданы до меня, в том числе и вот этот подземный крематорий, который якобы считался, в котором сжигали трупы несчастных рабочих строителей секретного этого убежища. Выяснилось, что это просто обычная отопительная система, потому что нужно было поддерживать там тепло вдобавок ко всему. Ну а что касается вот именно конкретно обвинений в ваш адрес, те, которые я знаю, это то, что именно про миноловушки. Что вы были первым, кто об этом заявил, а дальше, соответственно, стали многие об этом писать. Ну, миноловушки – это не миф и не легенда, они существуют, их можно в любом музее увидеть. Там они, безусловно, ставились. Угу. Другое дело, что, может быть, никто на них не подрывался. Вот в этом-то все и дело, что, да, что получается, они теоретически там должны присутствовать, но, с другой стороны, никаких свидетельств о том, что кто-то на них подорвался, не существует. Ну, просто никто еще до конца туда и не пролез. Может быть, только частично, какими-то отрезками это все исследовано. Но в любом случае, как военный человек, и любой военный человек скажет, что наверняка мины должны быть в таком месте. И если они там даже хранились, там же даже целые склады этих мин были. Взрывоопасные предметы любые, пусть это не специальные ловушки, но там же хранились снаряды. Они были, а куда они делись? Они могли там и остаться до сих пор. Частично могли снять наши саперы, просто которые проходили, и они наверняка это делали. Частично могли найти польские саперы.
Но то, что немцы не оставляли такие объекты серьезные без минирования, это тоже факт. Ну вот если почитать первые документы, первые свидетельства тех, кто туда спускался, вот сразу после войны, следует ли из них вообще, в каком состоянии был этот подземный город? Вот было видно, что немцы оттуда уходили спокойно, что это был подготовленный уход, там действительно тут закрыли, тут перекрыли, и на выходе не забыли выключить свет. Ну, условно, да, я утрирую. Или было видно, что эта эвакуация была спешная, что торопились и так далее. Ну, понятно, да, всегда видно, как человек собирался, ну, да, в попыхах, да, или, да, организованно. Ну, опять же, это же не в одном месте. Где-то, может быть, они успели организованно выключить свет и перекрыть воду в душе, чтобы она не капала. Вот. А где-то бросали и уходили, потому что некогда было собираться. А потом просто могли туда какие-то случайные войсковые части попасть, которым было только важно одно – добраться до подземного вокзала и уехать подальше от линии фронта. Вот. У меня тут есть фотографии того, как жили немецкие гарнизоны в этих самых... Это не фотографии, это рисунок, но есть и фотографии. А какие фотографии оттуда существуют? А немецкие фотографии, они там делали. Угу. Как они там жили, как они там несли вахты свои подземные, как они хранили там нужный материал, ведь здесь же в нижних этажах, в этих самых нижних, на глубине 40 метров, там было были и госпитали даже, и медикаменты хранились, и продукты, и сапоги, и ранцы, и форма одежды. Там можно было просто вот завести 500 человек, и выйдут они солдатами, как в сказке, вооруженные и одетые, и обмундированные. Сам укрепрайон, Мезеринский укрепрайон, он был, строился и существовал как, скажем так, изолированное крепостное и фортификационное сооружение. То есть он мог определенное количество времени вести бой, сопротивление в условиях полной изоляции. То есть не получая помощь боеприпасами, там, и снаряжением, или там, войсками от каких-то наземных служб. То есть там были запасы, которые могли вести. Очень показательный факт, что, учитывая, что, несмотря на огромные средства, потраченные на этот район, значит, он показал свою полную непригодность к ведению военных действий, и его был взят в течение 2-3-дневных боев советской танковой бригадой. Сейчас, вот кроме того, что этот лагерь дождевого червя используется как главный этот заповедник для летающих мышей. Летучих мышей. Да, летучих мышей, с одной стороны. А с другой стороны, вот иногда по отдельным туннелям водят туристов. Еще какие-то существуют планы у местной администрации как-то вот всерьез действительно использовать? Думаю, что нет. Думаю, что нет. А почему? Что... Это вот что? Это попытка забыть? Или пока нету денег, мы об этом даже думать не будем? Есть на свете более важные вещи. Я думаю, тут все вместе. И денег нет, и есть более важные проблемы перед ними стоят. Вот, вступление в НАТО как напрягло вообще страну, потому что налоги-то увеличились на перевооружение. Тут уже не до архивных и археологических поисков. Вот, народ там довольно так ворчливо отнесся к этой идее, вот с кем я там общался, с ребятами, которые подвозили, с местными жителями, все. Им это соседство не доставляет особой радости, потому что, ну, есть какой-то вот зловещий ореол над этим местом. И потом жить, зная, что где-то у тебя под домом что-то там проходит, непонятно кто когда вылезет, тоже не очень приятно. Ну, а хотя бы там, условно говоря, статус исторического памятника. Безусловно, да, существует. Да, существует. Это запрещено разрушать, запрещено наносить какие-то повреждения. Вот. Есть небольшой музей. В том же Мензеричи туда туристов обязательно проводят. Вот. И плюс ко всему, это все-таки природный заповедник, крупнейший в Европе. Пока только два. Вот природно-естественное такое использование, можно сказать, экологическое, охранное, и военно-туристское, военно-историческое. Ну, я, честно говоря, даже не могу представить, как его еще можно использовать. Как транспортную трассу под землей,
Ну, кратчайшее расстояние между двумя точками. Между двумя точками. Но по поверхности проходит другое кратчайшее расстояние. Асфальтированная дорога. Там прекрасные дороги, великолепные. Да я, нет, я понимаю, что там прекрасные дороги. Но... А под землей нужно освещать, нужно восстанавливать электрические сети. Это тоже бешеный Сейчас, кстати, заработок. Это все не работает, да? Нет, нет, нет. Там рельсы остались, но никакие вагонетки по ним не ходят. Там узкоколейка. Ну, такая очень серьезная. Для переброски в основном грузов. То есть, когда говорят о том, что это абсолютно там готовый для жизни город, там нет, просто, нет. Условно, ну, подземный город, там что, нужно включать рубильник, чтобы там все заработало? Или там действительно вышедшие уже из строя? Ведь были же легенды о том, что там гидроэлектростанция под землей просто? Ну, легенды были, но станцию так и не нашли. Все механизмы, которые там находятся, они в ужасном, в ржавом таком состоянии. Ничего специально не работает. Лифты но при не работают. Но при этом идеальная гидроизоляция, она сохранилась. Местами. А местами есть все-таки и лужицы, там вода покапывает. Потому что ну, невозможно ее, но тоже нужно поддерживать. Вот. Дорога, да, подземная дорога, она сохранилась в хорошем состоянии. И, наверное, я бы, например, на месте местных властей бы устроил там отель, такой экстрим-отель внизу в этом бункере, и оставить все как было. Вот. Это не так сложно, там санузлы работают наверняка, вода там есть. Вот провести ночь в таком отеле под землей было бы очень даже... Но электричество все равно проводить придется. Ну, можно, да, нужно проводить, но здесь же не на всю протяженность маршрута, а просто вот в определенный вот такой блок провести, и все. И все равно даже вот уже в который раз, получается, в нашей беседе я возвращаюсь к одному и тому же, что вот для меня остается непонятым, что до сих пор так не получается вот такой вот маленивый и нелюбопытный. Никому да? дела нет. Никому нет дела, да? Такого места, которое, ну, требует хотя бы обследования. Говорить о его хозяйственном назначении, ну, наверное, действительно преждевременно. А вот понять хотя бы, с чем ты имеешь дело, что стоит под землей гигантский объект, построенный там больше, считайте, уже 70 лет назад, в общем, даже больше. В общем, хотелось бы... Ну, это странно, что никому это, до этого нет дела. Ну, должна быть какая-то государственная целевая программа по изучению вот этого объекта, раз уж это досталось в наследство Польши. Странно, что все эти годы никому не было до этого дела. Вы понимаете, вот удивительно, что любовь советской власти, да, к разного рода секретам и всему остальному. Неужели советские войска, которые стояли на протяжении не одного десятилетия рядом, да, были просто часть была... западной группы войск, да, находилась там. Нет, конечно, спускались из любопытства, смотрели, да? да. Потом это прекратили, потому что стали, появились жертвы. Но я-то думаю, что все-таки, наверное, какие-то наши спецчасти, спецорганы не оставили без внимания. То есть, вот другое дело, что вот именно к этому я и вела, что да. неужели могли оставить без внимания? Да быть такого не может, учитывая любовь разного рода спецорганов к секретам. И тем более к подземным сооружениям. Конечно, исследовали, но просто никто не афишировал, никто не сообщал об этом в сообщениях ТАСС, что вчера группа специалистов КГБ или там ГРУ обследовало столько-то вот объектов, обнаружено столько и только-то. Нет, это все... Наверняка осталось где-то в аналах и до сих пор лежит. Наверное. При этом я думаю, что документы эти вряд ли сильно засекречены. Конечно, это чужая территория, другое государство, не имеет никакого оборонного для нас значения. То есть, соответственно, в данном случае теперь уже можно предъявить упрек к нашим с вами коллегам, которые тоже оказываются ленивы и нелюбопытны, которые за все эти годы, условно говоря, не направили элементарнейший какой-нибудь запрос и не покопались в архивах. Ну, я бы не назвал наших коллег ленивыми, нелюбопытными. У нас народ такой любопытный и любознательный, что не приведи Господь. Вот, люди проникают куда угодно, в невероятные совершенно. Только скажи, что вот там, вот туда вот нельзя ходить, там что-то взорвется, тут же туда полезут, что-то найдут. Обязательно. Ну, вот смотрите, даже исходя из нашей с вами беседы, получается, что до сих пор ответов на большую часть вопросов не существует. Мы можем предполагать, мы можем высказывать разного рода
версии, мы пытаемся подтвердить или опровергнуть разного рода версии, пересказываем друг другу разные легенды и мифы, но окончательной ясности, учитывая вот, в принципе, ну, не очень сложную историю, у нас с вами нету. И не только несложно, а главное, что не очень далеко. Катя, очень сложно опровергнуть миф. Это самое неопровергаемое. Даже если есть документы, все равно он останется в умах людей. Он живет просто. Вот, это понятно. Люди, он живет только потому, что в него хотят верить. И хотят, вот, чтобы вот такое было действительно. Ну, как, процитирую известное выражение, факты – упрямая вещь. Если вы предоставляете факты. А мифы еще упрямее, чем факты. Спасибо вам большое. Так и получается, что, в общем, ответов значительно меньше, чем вопросов. Я очень надеюсь, что после нашей передачи ответов станет значительно больше. И мало ли, вдруг откликнутся как раз именно те люди, которые проводили секретные когда-то обследования этого подземелья. Еще раз спасибо. Я напомню, что о лагере дождевого червя, о котором, в принципе, знают многие, но как он выглядит до конца, никто не представляет. Мы сегодня беседовали с нашим гостем. В студии программы «Крипто» был писатель Николай Черкашин. На этом я с вами прощаюсь. Программу «Крипто» провела Екатерина Шергова. И напоминаю, что ваши вопросы вы можете присылать по адресу, который вы сейчас видите на экране. И мы откроем вам все тайны прошлого в программе «Крипто».